В мире резко удвоилось число стран, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом. Особые опасения из группы риска вызывают Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан, пишет Bloomberg. Развивающимся странам угрожает исторический каскад дефолтов из-за проблемных долгов на сумму в 250 миллиардов долларов. Экономический крах одной страны может вызвать эффект домино. Вслед за ним финансовые проблемы возникнут у других государств. В наибольшем экономическом стрессе чаще всего находятся страны с довольно коротким опытом выхода на мировые рынки капитала. Такие развивающиеся страны, как Китай, Индия, Мексика и Бразилия, чувствуют себя стабильнее благодаря надежным внешним балансам и запасам валютных резервов. Дикорастущие растения, которые находятся под угрозой исчезновения, могут помочь в обеспечении продовольствия и дохода миллиардам людей в мире. Поэтому ученые призывают их сохранить, пишет издание Deutsche Welle. Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам опубликовала доклад «Устойчивое использование дикорастущих видов». В нем почти 300 ученых, экспертов и представителей коренных общин проанализировали способы устойчивого использования водорослей, животных, грибов, наземных и водных растений. Около миллиона дикорастущих видов находятся под угрозой исчезновения. В результате антропогенного изменения климата к концу века температура на планете повысится на 2,7 градуса, что увеличит риск исчезновения для некоторых видов в 10 раз. Защита дикорастущих растений и их экосистем позволит обеспечить средства к существованию для миллионов людей. К примеру, 2/3 продовольственных культур зависят от диких опылителей, а некоторые виды грибов и водорослей являются источником пищи 5-й части населения планеты. Почти 70% людей с низким уровнем дохода напрямую зависят от диких растений, но в то же время 2 миллиарда человек, нуждающихся в древесине для приготовления пищи, разрушают ее биоразнообразие. До 5 миллионов гектаров леса ежегодно теряется в результате обезлесения. В заключение авторы рекомендуют экологические инновации в лесной промышленности, в том числе создание работающей системы сертификации, прекращение нелегальных вырубок лесов, ужесточение закона для сохранения природы. Выявлен новый фактор для регенерации конечностей. Для этого необходимы механические нагрузки. Открытие сделали ученые из колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета. Выводы описаны в журнале Science Direct. В ходе исследования ученые подвешали травмированные конечности животных с сохраненными нервными окончаниями для снижения нагрузки. Оказалось, что даже такие манипуляции не позволили активировать регенерацию. Но при возобновлении движения и появлении механической нагрузки регенерация восстановилась. Затем исследователи удалили нервы из пальцев лабораторных мышей и добавили механическую нагрузку. Испытание показало начало регенерации на испытуемой конечности. Пока исследователи не смогли выделить механизм возникновения такого явления, поэтому планируют продолжить это изучать. В перспективе планируется применить полученные результаты к людям. Если нет времени заниматься спортом по будням, то тренировок в выходные может быть достаточно, чтобы оставаться в форме. Статью с таким заголовком опубликовал Euronews. В ней рассказывается о новом исследовании американских ученых. Они изучили данные свыше 350 тысяч человек в течение 10 лет, чтобы узнать, насколько эффективно заниматься спортом только 1-2 раза в неделю. Таких людей называют воинами выходных. Согласно ВОЗ, взрослым людям еженедельно рекомендуется соблюдать не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности. Это может быть прогулка, езда на велосипеде, бег или плавание. Многие участники распределяли эту нагрузку на 7 дней, но некоторые уделяли этому только 1 или 2 раза в неделю. Сравнивая результаты испытуемых, исследователи обнаружили лишь небольшую разницу между воинами выходных и теми, кто тренировался регулярно. Выяснилось, что причины смертности в обеих случаях были в целом одинаковы, но у физически активных людей, будь то воины выходных или те, кто занимался регулярно, были более низкие показатели летальности. В сравнении с теми, кто не занимается спортом, в принципе, приводятся в статье слова авторов работы. Тренировки всего раз или два в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, утверждают эксперты из национального опроса по вопросам здравоохранения США. Физические упражнения полезны и могут помочь прожить дольше. Специалисты рекомендуют делать любую активность ежедневно и стараться не находиться в сидячем положении в течение долгого периода времени. Силовые упражнения включают йогу, пилатес, ношение тяжелых сумок для покупок или занятия садоводством. Более энергичные действия, которые могут помочь достичь рекомендуемых уровней физической активности, включают ходьбу по лестнице, бег по холмам или подъем тяжестей.